Слушайте, вот каждый раз, читая новостную ленту, прихожу к выводу, что ребята там в конец обалдели, уже не знают, какой фигней пострадать еще. Вот, пожалуйста, Госдума ведет уголовную ответственность за русофобию. Об этом известием поведала депутат Яровая. Подзабыли оную фамилию? А Яровая, оказывается, все еще существует. Ну да, мы отвлеклись. Короче, за русофобию хотят привлекать по уголовке. Правда, что это такое и с чем это едят, до сих пор непонятно. В смысле, юридический термин русофобия никак не расшифровывается. Есть лишь какие-то общие фразы а-ля недружественные меры, насаждение чуждой идеологии, их нарушение прав по национальному признаку или даже ограничение на использование русского языка. То есть вагон и маленькая тележка какого-то пустого бла-бла-бла. Дальше еще смешнее. Против кого направлен закон в первую очередь? А против чиновников, будете смеяться? Это не проблема. Ноября, макарошки стоят всегда одинаково. На макарошках мы в больницу едем через несколько месяцев. Все равно это очень дешево. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Нет, не эти чиновники имеются в виду. Губы не раскатывайте. Закон о русофобии будет направлен против иностранных чиновников. Ух ты! Которые прям попирают за границей русскоговорящих граждан. Правда, Яровая не объяснила, почему такие граждане не возвращаются на родину. Не бегут от издевательств тамошних чинуш у объятия любимых единороссов и ЛПДРовцев в Сызрань. Страдают, но терпят, запивая свои страдания ненавистным чешским пивом в Праге. Ну и второй момент. А вот не пофиг каким-нибудь Байдену или Борису Джонсону, если в Нижнем Тагиле против них дело о русофобии возбудят, ага. Или если какой-нибудь Талдыру-Курганский районный суд решение вынесет, да. Дедушка Джо, проклятый русофобище, нафига козе баян? Зачем такой закон, ну, во всяком случае, в таком виде? Хотя понятно, зачем забывать, ведь Яровую начали, выше сказал, вот и подумала, видимо, мадам Шепоклякой. Простите, тетя Ира, конечно же, надо срочно вылезти с какой-нибудь, пусть даже дурацкой инициативой, главное, лизнуть поглубже, напомнить о своей преданности. Хотите честно? Друзья, вот зла уже не хватает. Сидят эти проходимцы на народном горбу, ни хренища годами не делают. А если и делают, то какую-нибудь муть мутную. Лучше бы вообще ничего не делали. Хотя, вот на Муване чихать, он же политикой не интересуется. Знаете, вот есть такой женский тост о зверях, которые должны окружать женщину по жизни, заканчивается словами «и осел, который за все это платит». В последнее время мне все чаще кажется, что тост этот уже давно не женский, его в политических кругах впору произносить в подкорректированном виде, тем более, что ослов на России, как грязи, и платить они готовы за что угодно. Это реальная журналистика. Пока живут на свете дураки. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и возвращаясь к субботним событиям, я имею в виду, конечно же, пригожинский не мятеж. Почему я так говорю? А потому что не знаю. Можно ли это мятежом назвать, а вдруг к ответственности привлекут за оскорбление героя России Пригожина, он до сих пор герой, или за дискредитацию его братков как участников СВО? С одной стороны, Путин вроде все четко расставил по своим местам. Это измена и предательство, заявил президент 24 июня на весь мир и в понедельник потом примерно то же самое подтвердил. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. А я промолчу. Да и признаки мятежа действительно были. Пригожин со своими бойцами взял в заложники миллионный город, выдвинул требования, мол, нам нужны головы министра обороны и главы генерального штаба. Иначе пойдем на Москву. Еще раз, мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника генштаба. Пока их не будет, мы находимся здесь.
блокируем город Ростов и идем в Москву. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Третий. Собьем все, если вы будете их посылать. Страшно, очень страшно. И ведь пошли его бойцы в итоге-то в сторону российской столицы. По пути брали в плен российских военнослужащих, во всяком случае, так писали СМИ. Уничтожили несколько единиц военной техники. Сбили самолет ВКС, на борту которого находились люди. С другой стороны, уже в ночь субботы на воскресенье, когда не мятежники все-таки передумали начинать гражданскую войну, власти и пропаганда запели совсем другие песни. Типа, ой, да ладно, ничего же страшного не случилось, это был никакой не мятеж, это был марш справедливости, как потом оное назвали, и вообще мы подумали, за что таких хороших парней привлекать. Пусть спокойно уходят в отношении организаторов кипиша, даже дело, скорее всего, закроем. Вагнер вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Нормально так, вся страна фонарила, по-моему. Как такое может быть? Нахуя! Ну нахуя! Повторюсь, утром глава государства лично обвиняет ребятишек в измене родине, в предательстве. ФСБ и Следственный комитет уголовное дело заводят по статье «Организация вооруженного мятежа» с целью свержения и свержения действующего конституционного строя в парламенте. На полном серьезе обсуждаются намерения признать группу Вагнера террористической организацией. Опа! К вечеру амнистия прилетает, гуляйте на все четыре стороны. Предлагаю, кстати, послушать шедевральное заявление Симоньян по этому поводу, которое она сделала в эфире спустя почти двое суток после случившегося. Сейчас много обсуждают, ну как же так, завели уголовное дело, а потом отпустили, вот уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом, эти юридические нормы. Нет, нихуя! Супер, а? А чё так можно было, да? Глава крупнейшего государственного медиахолдинга в эфире крупнейшей государственной телерадиокомпании открытым текстом говорит, закон — это не божьи заповеди. Иногда на закон можно наплевать, если кому-то он его очень захочется, браво танцующим. Удивительное время мы с вами живем, не находите? Вот ведь только в пятничном выпуске рассказывал, как председатель Конституционного суда страны через Конституцию перешагнул вместе со своими судьями. Вот в этом, кто не видел, посмотрите обязательно. Не прошло и пары дней, у нас новый водный закон. Да нас на этот закон! Троллейбус горит, да не хуй! А если серьезно, ребят, любое государство существует ровно до тех пор, пока в нем работают законы, как бы банально это ни звучало. Как только государство начинает жить по понятиям, такое государство обречено, и оно и не я придумал. Об этом братья Вайнеры, например, еще полвека назад написали в своей бессмертной эре милосердия. В телевизионной версии оно называлось «Место встречи изменить нельзя». Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. Да и до Вайнеров то же самое много кто говорил, не безосновательно, кстати. Хорошо, предлагаю отвлечься от России. Давайте обратим внимание на африканские страны, на некоторые страны Ближнего Востока. К чему привело беззаконие там?
Да к одному единственному принципу, кто сильнее, тот и прав. Это принцип зверей. Жизнь человека в этих государствах ничего не стоит. Там ведутся бесконечные гражданские войны, даже не гражданские, клановые. Сегодня у власти одна банда. Завтра другая, послезавтра третья. И все приходят за одним и тем же убивать и грабить. Эти страны не развиваются, напротив, деградируют с их правительствами. Никто не хочет иметь дело, во всяком случае, официально. Поэтому экономика там в вечном упадке, хотя полезных ископаемых в той Африке, как и в России. Хоть попой ешь, можно только за счет них процветать, но народ живет в непроглядной нищете. Причину я уже назвал. Отсутствие норм, правил, ну и, конечно же, законов. Бесчестные элиты подменили законы понятиями, и все посыпалось. Ну, пример конкретный. Так выглядел Афганистан в конце 70-х. Совсем ведь недавно это было. Чем-то напоминает современную Турцию, не находите? Нормальная, развитая страна, идущая в ногу со временем, а потом. Афганцам надули в уши, будто бы им нужна какая-то независимость, кстати, от того же самого Запада. От Америки песни пели те же, что поют сегодня ватному Ване. И всего за 4 десятка лет развитый Афганистан превратился в депрессивную территорию, где бал правят бандиты-террористы, где большая часть населения необразованные дикари, где до сих пор постоянно стреляют. Вы думаете, с Россией такой финт провернуть невозможно? Да проворачивали ведь уже и не раз. Ну, там чуть помягче были варианты. А начинается всегда все с малого. Давайте-ка мы болт положим на закон, вот в угоду чьим-то политическим интересам. Всего один раз так сделаем. Гойда! Ура! А потом ты проснешься, и страны больше нет. В администрации города сидит братва с автоматами из какого-нибудь ЧВК «Колобок», а Симоньяны и Пятковы. Да не переживайте вы так за них, эти на какие-нибудь острова свалят в каком-нибудь Карибском море, и все у них будет хорошо. У нас, блин, плохо. Ладно, переваривайте услышанное, это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, напомню. Во ВКонтакте, в Одноклассники через VPN, остальные площадки без ограничений. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!